Всем привет! Сегодня мы будем смотреть постройки моего подписчика Егора. Все, кто хочет попасть на мой канал, отправьте свою постройку мне в Дискорд и напишите, что она умеет. Я обязательно посмотрю и свяжусь с вами, если она мне понравится. Ну а мы начинаем. Все, А, стой, а как тебя называть? По нику в Роблоксе, в Дискорде или как? Ну, Егор. Егор, просто Егор. Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки Егора. Ну да, всем здорово. Так, ну, давайте начнем с корабля. Там загрузку я включил. Ну, ладно, все. Так, сейчас поставлю джетпак. А, у тебя тоже такой есть? Ну да, только мне с этим аккуратно надо. Пощелчу. Ничего. Так, тут кабина капитана. Каюта, точнее. Диванчик. Так, тут картина? Да, картина. Подушка? Подушка. Тут у нас капитанский мостик. Ну, где управляют лодкой. Ну, кораблем. А руль где? Ну, он сам плывет. Ну, понятно. Здесь тут можно еще забраться наверх. Сверху походить. Тут опасно. Здесь есть магнит, который может одним разом. Ну, опасно запустить. Это я еще строил до обновления с этим. С Christmas, ну, с новогодним обновлением. Вот так еще тут пушки сам... я сам делал, копировал. Ну да, я вижу. А вот здесь сзади корабль, а почему он сзади? А, ну, это спасательная шлюпка. Почему он сзади, а не сбоку? Ну, сзади как-то мне попроще было сделать. Так, есть кнопка, которая убирает масло. А почему тут буква F? Что это означает? F, ну, типа, проиграли, все, белый флаг. А тут E, что означает? Ну, это в честь моего ника, Егор. Понятно. А вот эти коробочки ты тоже, наверное, сам сделал? Ну, они сделаны из этого. А, из лестницы? Да, из лестницы. А потом я их заставил деревом. А вот это уже самодельная коробка. Ну, я вижу, можно еще вниз попасть. Но здесь все из титана. Коробки. Корабль титана. А с чем ты все сделал из титана? Я это сделал, когда у меня еще было очень мало дерева. А что за пасхалочка? Я чуть не понял. Ну, вот, смотри, короче, вот в этой коробке внутрь загляни. Могу открыть. Вот тут. Ну, удали мне джетпак, который ты мне одел. А, хорошо, сейчас сниму. Все. А туда было внутрь, можно было попасть? Куда? Туда коробку? Внутрь можно было попасть? Нет, нет. Тут стоят такие перегородки. Секретка, которой не попасть. Понятно. В принципе, да. И еще тайм есть. А как ты сделал, чтобы только одна сабля была? А я не знаю, ее там, по-моему, кто-то взял. Так, окей, пойдем сюда. Первое место, второе место. Ой, меня пнули. А, тут я просто, когда еще был Build a Battle, я нафармил кубков побольше. Ну, Build a Battle до сих пор есть? Да, здесь есть. Череп. Сейчас зачем-то. Череп. Он еще с Хэллоуина остался. Я там просто дополнял это Хэллоуин. Есть какие-то переговоры происходят? Ну, в принципе, да. Колбасочка, тортик и яблочный сок. А тут у нас комната отдыха. Ну, дальше уже пройти нельзя? Нет, это только... То есть, драконьих гарпунов. Что ли? Да. Можно вместе с ними сидеть? Да. А что еще тут есть секретное? Ну, тут есть, в принципе, ничего. Давай попробуем воду включить. А, ну, давай. Проплыли. Ай, меня выкинуло! Ты где? Ой. Help me! Please. Сейчас я тебе лодку сброшу. Да я уже далеко. Вы уже далеко уплыли от меня. Тут невозможно выйти из этой комнаты, если ты маленький. А из какой комнаты? Из. Из Таюма? Нет. Ну ладно, давай попробуем еще раз. Только. Ну, давай, только мне надо сесть. А то у меня садиться планшет слабый. И меня выкидывает из лодок. У меня есть еще, правда, Титаник, космическая база, но они недоделанные. Ну, мы сейчас это попробуем, давай. Да. Я хочу спасательную шлюпку посмотреть, что умеет. Да ничего. Мотор, сиденье и все. Так, давай включаем воду. Погоди, стой. Давай сядем тогда в спасательную шлюпку. Не надо, ну ладно. Воду включай. Ну, поплыли. Так, вот корабль плывет. По волнам. Дальше. Я упал за борт. Спускай шлюпку и попробуй меня спасти. Давай, вылезай. А теперь поехали на... О, этого человека тоже спасай. Давай, залезай. А как теперь попасть на корабль? Ну,
А, Вика. гарпунами. Сейчас. Ну, гарпунами, в принципе, тоже можно. У меня их там а 6 он так медленно штук едет, стоит. Что ли? Ну. Мне кажется, даже медлее, чем корабль едет. Нет. Так, давай, подъезжай. Давай. Все, стой. Я сам стрельну гарпуном. Вот так. Все? И как теперь наверх попасть? Никак. А вот. Можно, в давай. Принципе? Давай. Сюда я попал на корабль. Залезайте, залезайте, а я... Потеряли пассажира. Давай, залезай. Да, оп. Возможно, все-таки на корабль попасть. Немножко сложно. Потеряли пассажира. И давай, корабль залезь. Еще можно остановить на месте, если стрельнуть гарпуном. Типа как якорь. В принципе, да. Кстати, изначально у меня был один гарпун драконий, потом со вторым Хэллоуином у меня появился второй. Потом, когда я посмотрел твое видео, я узнал, где еще 4 штуки откопать. Так, ну ресетнись. И можешь его загрузить заново. Так, ну, вторую постройку смотрим. Или уже на следующее видео. Все, останавливайся. Давай смотреть следующую постройку. А, давай. Следующие постройки моего подписчика Егора я вам покажу в следующих видео. Спасибо за внимание и всем пока.